Давай, залазь. Ну что, давай со всеми здороваться. Всем привет! Всем привет! Мы сегодня с Герычем идем в большой поход. Да. У нас есть с собой сосиски и есть сыр. И мы будем жарить лепешки, да? Да. Еще есть вот такие печеньки, но это на самый опасный случай. Вдруг мы где-нибудь застрянем или еще что-то случится, да? Да. Чтобы мы голодными не были. Вот так вот. А как вы свое воскресенье проводите? А лепешки! Вот лепешки! А лепешки у нас с собой. Я когда на робота выходил, я запустил робота, оглянулся, хотел посмотреть 3D-модели, посмотрел и потерял робота. И меня не наругали все равно. У тебя робот уехал куда-то, да? Да. Такого ты хулигана робота сделал. Это Герыч ходит на курсы робототехники, программируют они там всякие машинки. И вот он сделал машинку, запрограммировал ее, поставил, а она у него уехала. Сбежала. Ты замерз? Это мы 2 дня назад, которые проделали. Она же, наверное, замерзла. Нет. Нет, думаешь? Ну давай проверим. Замерзла или нет она. У нас окно сломается. Не, не сломается. Круто мы прыгнули в лужу, да? Да, я же говорил, что не зайдем. Провалились, да? Да. Ну все, теперь у щуков будет воздух. Да. Им будет чем дышать. Вот это мы с тобой молодцы, вот это мы с тобой прыгнули. Мощно, да? Да. Раскололи, да, весь лёд? Здорово. Ну что, поехали? Дальше. Да. Только главное, чтобы не Чего-нибудь съедим, печеньку давай съедим. Ты уже устал, походу, что ли? Ну давай, самые секретные печеньки съедим. Во. Да. Держи тебе, барни. Ну что, уже поедем сосиски жарить? Да. Хорошо, сейчас в другой лес поедем, где зайцы живут. Да. И лисы. Да. И волки. Да. Волков не боишься? Да. Мы стрельнем, а они убегут все, да? Давай. Печенник.
поехали туда вниз. Так, все, мы приехали, Герыч. Ура, мы приехали. Наконец-то. Снег сегодня холодный. Холодный сегодня снег? Да. Как так? Вчера был теплый, что ли? А сам ты без... Так это старый снег-то, я его раздавил, видишь? Он старый же. Ну что, пошли сосиски готовить. Дай бегу и бинокль. Бинокль здесь ты не увидишь ничего. Мы потом к дороге подъедем и будем машину разглядывать в бинокль, ладно? Смотри, пап. О, ты мощный. Ну, папа-то снегом обкидал всего. Герыч, иди будем лепешки готовить. Скорей. В походе надо кушать хорошо. Давай. Что это? Ну, это печка такая. У нас с тобой. Она как будто старинная. Старинная как будто? Да. Зато готовит хорошо. Только хулиганишь. Там листочек бегает как мышка. Ну, может, это мышка и была? Нет, это листочек. А откуда ты знаешь, что это листочек? Он был не он был плоский. Ага. Он летел, наверное, просто по своим делам листочками. Весну ждет, наверное, да, чтобы распуститься опять. Тут тепло. Тепло, конечно, это же печка. Сейчас мы с тобой залепим сосисок-то. Хорошие начинаются. Что начинается? Почему огонь тут синий? Потому что газ так горит. Огонь газовый. А зеленый огонь бывает? О, смотри, какая лепешка крутая. Зеленые бывают. При разных температурах пламя у огня разного цвета получается. А ты какое видел? Я только видел оранжевые и синие. Только оранжевые и синие видел? Да. Я видел белый огонь. Видел еще, знаешь, какой? Какой? Песочный? Нет, не песочный. Красный. Зеленый видел. Жаль, что ты фиолетовый не видел. Фиолетовый видел я тоже. Гер, давай лисички оставим одну сосиску. Что? Лисички одну сосиску оставим. Да! И на всякий случай у меня в руке огнетушитель снег. Да? Ну на, положи сосиску на снег. Лисичка придет и съест ее. Ура! Выглядит, как будто это ловушка, да? Ну да, она еще будет бояться долго подойти к ней. Думать, что это ловушка будет. А тут лисицы. Ты видел здесь лисов? Лисов, да. Тут бегают лисы. А тут, может быть, даже и волки есть даже. Ну, как вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Будешь кушать лепешку? Да. Иди вот сюда вставай. Ух ты, уже поджарилась у нас. Лепешка-то сильно.
Иди расскажи что-нибудь, что ты еще делал. Сегодня ты куда пойдешь? Я знаю, что я расскажу. Ну, расскажи. Один раз, когда я спал, я ночью упал башкой в ковер. И я теперь... А мама что сказала? Мама сказала, ой, наверное, снег с крыши упал, да? Да. Мы тебя Снежок звали целый день, да? Да, я Снежок теперь. Наших. И потому что это вон та сосиска. А может заяц придет съесть сосиску? Зайцы не едят сосиску. А что зайцы едят? Морковку и капусту. Да? А лисы что едят? Зайцев и сосиски. И мышей? Нет. Мышей они любят, знаешь, как искать? Ты не видел, как лисы ищут мышек? Нет. Я тебе покажу дома. Мышкуют они так. Что, вкусно пахнет так? Ну вот так вот, ребят. Мы проводим с Гергерычем выходные. Мы теперь решили, что каждые выходные будем выезжать в маленький поход. Да, Герыч? С тобой. Пап, давай туда чекинуть. Я вспоминаю свое детство и, наверное, пап, лет до 13-14 самое большое удовольствие с техникой у меня было смотреть, как сосед чинит свой мотоцикл. У нас не было возможности купить какую-то технику, да и тогда были очереди везде постоянно. В 14 лет у меня отец купил Запорожец. По очереди стояли там полярники, заслуженные геологи, родители, там прочие, прочие, прочие. Вот купили Запорожец голубого цвета. И вот в 15 лет я уже гонял на голубом Запорожце. Поэтому хочется, чтобы вот этот вот мелочь вырос уже, зная технику, пробуя ее, ну и пользуясь ее возможностями. Чего и вам советую, ребят, тоже. Приучайте своих детей как можно раньше. Вездеходы, снегоходы, квадроциклы. Потому как это бесценный опыт, он незабываемый. И вся вот эта вот походная движуха, это останется у него в голове навсегда. Хоть у нас техники не было в доме, но меня отец всегда водил. С 6 лет, наверное, в походы. Мы брали рюкзаки с ним и шли 3-4 километра на озеро, где жили с ним в избушке. Рыбачили. И вот это вот у меня в голове сидит уже много-много лет. Ну и где-то лет до 12 я с ним ездил по буровым, по северам постоянно. Катался. У меня был буровой мастер. В общем, хочется, чтобы у наших детей была возможность технику трогать как можно раньше. Поэтому не ленитесь. Берем вездеход. Хорошо, конечно, если это шерп. Неплохо, если любой другой вездеход. Или снегоход, или квадроцикл. И вперед! А если у вас еще нет вездехода, то обращайтесь к нам, мы вам поможем. Купить, подобрать, обучим, покажем, расскажем. Сейчас чуть-чуть остынут, очень горячие. Подожди, подожди, очень горячие еще. Вот это мы с тобой походных сосисок наделали, там, да? Там даже сыр уже расплавился, как какая. Вкусно. Ты же еще до сосиски не доел. Знаешь, что мы с тобой забыли? Чай забыли. Что делать мы? Кататься поедем? Или домой? Бинокль. А стрелять будем? Да ладно. Такой, как военный. Конечно, на самом деле. Будешь стрелять? Да. Сможешь. На, держи. Аккуратно, курок не нажимай. Не нажимай пока. Не нажимай, пока не скажу. Давай. Молодец. Целься давай в дерево.
Молодец! А где патроны? Вон он улетел. Куда? Гильза, папу попала. Где? Ну все. Все, отпускай. Молодчина, понравилось тебе? Не да? страшно? Нет! Даже молодец. Вот так вот. Ребята, где это патрон? Ему запомнится тоже на всю жизнь. Где? Что? Где вон там лежит, вон там, поищи его. Где? Честно говоря, Герц стрелял у нас холостыми. Но мы-то ему об этом говорить не будем. Он вон в дерево попал. Ребенку удовольствие. Главное, чтобы он не боялся. И оружия он не боится уже. Это здорово. Так, ребята, Герц замерз у нас. Ладно, сейчас мы тебя отогреем. Все, тепло здесь, да? Тепло там? Да. А, Гера, морозильник. Обязательно. Все, поедем? Дядя вон как катается, классно, да? Красивый у него? Да. Сам посмотри. Ну-ка. О, правда красивый, желто-черный, да? И оранжевый там. Ага, классный. Да? О, вниз едем. Здрасте, здрасте, ну вы чуть не в забор не залезли. Нормально все, нормально, нормально. Так и надо. Специально, да, Гер? Да. Чуть на забор соседи не залезли. А мы объедем. Клещи того, да, Гер? А? Клещи того твоего, да? Это ж тот же. Тот же? Да, перекрасили просто в тюнинге. Сейчас, месяца через два новый возьмем. Шею тянет. А ну-ка на место беги, хулиган. Торик трампопорик хулиган, да? Да. Ура, мы приехали!